Долгожданная новость для любителей спорта. В Апатитах после летних каникул открылись каток и плавательный бассейн. На спортивных объектах побывал Дмитрий Сергеев. На первом сеансе массового катания немноголюдно. Видимо, апатитчане еще не переключились с летнего режима. Но те, кто встал на коньки, с удовольствием вспоминают навыки катания. Хорошо, очень хорошо. За лето соскучились? Совсем скоро на лед выйдут и спортсмены, хоккеисты и фигуристы из Кировска и Апатитов. Я вас уверяю, будет здесь всегда весело, всегда очень много будет детей, всегда будет массовое катание, будет очень много детей, приходят даже новенькие на будущие тренировки, хотят заниматься хоккеем, фигурным катанием. Этот каток нам подарил настоящий такой спортивный бум в городе. За лето работники катка сделали косметический ремонт в фойе, облагородили территорию, отремонтировали теплопункт и подготовили раздевалки. С 1 по 4 сентября массовые катания будут проходить ежедневно. Расписание массовых катаний можно будет уточнить у администратора, у дежурного или на сайте школы. Также у нас с 1 сентября начинает свою работу мастер по заточке коньков. В плавательном бассейне летом также провели косметический ремонт. Поменяли песок в фильтрах и часть оборудования для водоподготовки. Мы сегодня готовы полностью. Вода в сегодняшний день уже 26,5 градусов. Это норма по санитарным правилам. По химии полностью соответствует требованиям. Тепло, здание подано. Поэтому добро пожаловать плавать, приходите с 1 сентября. Для любителей свободного плавания, даже когда занимаются спортсмены, зарезервированы две дорожки. Так что приходить можно в любое время. И еще одна приятная новость из бассейна. Прямо накануне его открытия рядом появилась велопарковка, о которой так давно мечтали и просили велосипедисты. Рассчитана она на 15 секций. И вот кто-то уже воспользовался. Велопарковка будет стоять до первого снега. Потом ее демонтируют и вернут к бассейну весной.